Ух, ну что ж, расскажу я вам одну историю, как у меня слетел сейф, и пришлось все начинать сначала. Ну, много чего изменилось, но мы погоняем, так сказать, несколько лонок, чтобы я вам рассказал, что я сделал. Я изменил полностью свое прохождение этой замечательной игры, Need for Speed Heat. Сделал такую вот замечательную машинку, это для бездорожья. Но здесь нужно поменять движок, потому что я сейчас вам пока расскажу почему. Потому что здесь у нас есть гоночка для бездорожья. Вот она. А нужен 320-й левел репутации, ребята. Я хочу поставить здесь V6. Для этого нужно снять все улучшения с этого двигателя. И теперь мы меняем движок на V6. V9, тут есть 3.8. Ставим этот. Как бабки улетают, просто это страшно. Ставим. Мы добьем? Должны добить. Ты что? Не добьем. Да. Прикиньте, не добьем. Придется. Так, элиту плюс ставим. Раз 3000. Сюда ушло. Может. А, 39-й. У меня здесь двойной стоит. Да, двойной. Ой, бля, что я сделал? Так, возвращаемся обратно. Ну и прокачиваем наш субарик для бездорожья, потому что у нас сейчас будет история бездорожья. Ой, как же ж это весело будет. Ребята, очень весело. И то нам не хватает. А нужно 320-й. Нормально. У меня тупо чисто все в бездорожье будет прокачано. Тупо чисто все в бездорожье. Может, нужно здесь еще? Тут, по-моему, есть элита, да? Есть шины. Бездорожье ставят. Бездорожье. Чисто бездорожье. Плюс 2. Максимально. Вообще, я очень сильно рад этому. Серьезно. Плюс 2, плюс 20. Идеально. Ну, щит мне. Класс. Как бабки упивают у меня, ребята. Это есть элита, нет. Еще ставить, ребята. 301 левел. Давайте попробуем с тем левелом поехать на эту гонку. Так у меня здесь гараж. А где он? О, ребята. Но я снимал эту сногсшибательную игру, и у нас, естественно, будет в будущем прохождение. Перед прохождением пейбека и прохождение анбаунда. Так, что тут у нас? Ой, какая нарезная стала. Это Розея. Все готово. Встретимся в доках. Спасибо большое. Я очень сильно рад этому обстоятельству, то что это Розеэль. Мы встретимся в доках с тобой, Розеэль. Очень сильно рад. Но у нас сейчас история бездорожья. Сейчас где-то 2-3 гоночки сыграем бездорожье. То и все, посмотрим. Чуть не забыла. Молодец, что попал в лигу. И разделался с Мерсером. Молись, чтобы мы не разделались с тобой. Хорошо.
тормози! А, ребята, быстрее. Я быстрее. Такие микрофрезы, но они сейчас пропадет, потому что карта прогрушается. Тоже Субарик. Тоже быстрый, да? Вот поэтому ты и в лиге. Как и предполагалось. Неважно, какой у тебя левел эффективности, важно, чтобы у тебя тачка ехала. Да, выбор на тебе. Обожаю Субарик. Но у меня еще не сам 180 SX тоже дядя сделал. Кажется, спринт был не лучшей идеей. Слышали? Это у меня дождь. Дождь. Я в Unbound играю, господи, я там так погибаю, потому что я там вторые и третьи места занимаю, там реально, ну, поработали над гонками, над ботами, блин. Это еще не конец! И там не важно, как у тебя тачка прокачана, насколько тебя могут реально, ну, в любой момент обогнать и все. Ты всех обогнал. Не смущает тебя, подруга? Полетаем, зайчик. Есть, взяли. Мы взяли это. Победа опять за тобой. Да. Тебе есть чему нас поучить? Конечно. Есть чему. Я вас только всему научу. Где музыка? Музыки нету. Музыка исчезла. Мне здесь нравится. Если что-нибудь тут устроил, ты в деле? Возможно. Да. Что на кону? Отличный вопрос. Еще одна партия скоро пропадет без вести. Детали? Тачки. Дам знать, когда будет время. О, я знаю, про какую она тачку говорит. Ха-ха-ха, ребята, я знаю, про какую она тачку говорит. Эта тачка тоже, по сути, чем-то легендарная. Но мы сейчас едем к Дексу. Покатаемся у него на гоночке. Если, по-моему, мы катались на его гоночке. Но я же говорю, у меня сейв тупо слетел, у меня тупо все слетело. Потому что переустанавливал Windows. Обожаю Субарик. Вы просто посмотрите на эту лялю. Поехали. Приключение ждет. Ладно, еще одна трасса. Ой, какой у меня Субарик энергичный. Вот что делает, когда ставишь слаб двигатель на машину, это вообще трэш. Если проявишь себя, отправлю ту подвесочку прямо Лукасу. Класс. А, мне глубоко насрать на твою подвеску. Ты видел, какая у меня тачка? Встреть направо. Ну-ка. Не, ну все-таки музончик реально кайфовый, особенно в пейбеке. Ты уже хорошо знаешь Лукаса. Думаешь, нравится ему быть механиком? Наверное, он всегда в работе. А что? Когда гараж перешел к нему, он бросил гонки. Совсем. Этот
парень гонял всю свою жизнь, а потом бац и все. Говорю же, он вечно занят. Его старику это не мешало. Куда мы едем? Роберто работал в гараже, тачка тоже растил двоих детей и каждую неделю выигрывал гонки. Роберто был мистером Блеском, мистером Фантастикой. Не стоит ждать того же от Лукаса. Роберто ждал. Может, в этом и была проблема? А я поэтому гоняю чисто ради фана. Какой смысл, если не в кайф? Аминь. Обожаю всю серию. Он охнет в распит. Направо. Когда мы приедем? Сори. Я просто тачка медленно. Вот это место. Ну все, сейчас мы поставим, так сказать, его ребят на колени. Погнали. Поехали. Победишь, и эта подвеска твоя. А, это спринт. Обожаю спринты. Ты гонщик? Матео. Еще один. Айс. Ты найс. Сейчас мы этих типов напрямую тупо обгоним. Первый минус. Даже нитро не использовал. Слышь, дружище, а шо у тебя по рейтингу? Ты же не думаешь, что гонка будет легкой? Жми! Не-не-не, слушай. Я ж не думаю. Что в этом дома? У меня тачка для бездорожья, пацаны. И двигатель V6. Ты так уже очень хочешь этот приз, да? Какой двигатель приз? Твою бесполезную деталь? Нет, не хочу, просто нужно пройти компанию. Оно в дрифт не заходит, понимаете? Я жму наручник, оно в дрифт не заходит, я не знаю почему. Может, я неправильно захожу? Ой, вы видели это? Это вообще трэш. И половина, блядь, урона почти. Три. Не понимаю. Да, свап движка тупо я не победил. Ничего не бойся, жми!
Широй! Та що ти оділись, ти, братан? А! Промахнулся. Ой. Трамплинчик. Полетели. Чиназы, сюда. Испытания трассы завершены. И новая подвесочка нашла новый дом. Да. Будь на связи. Буду. Намечаются престижные гонки. Я дам тебе знать, когда надо. Спасибо. Спасибо. 301 левел эффективности. Вообще жесть. Приключение ждет. О, это та подвеска. Продать ее надо будет. Что, погнали, короче, домой? Ну, какой субарик энергичный. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Так, что у меня там нового? Когда ты уже найдешь себе жилье? Не слушай его. Ну, конечно, подвеска конченая у нас. Что там по движках? У меня же новые движки появились. Ау. Нихуя. Крутяк. Мы не будем ставить этот движок. Ладно.